Короче, всем привет, с вами Зебра. Сегодня будет обзор на пулю. А еще у меня отходилось перо на базе. Да. А ты перо сейчас трогать не будешь? Нет. Ты его тут оставишь? Зачем? Ты мог? Тебе не нужен мог, что ли? У меня второе перо. А. Там сразу второе пошло. Под гонку. Так. Петровка можешь подержать? Сейчас. Или ты можешь? Я, короче, вчера облился этой. У меня, короче, вчера все лицо было в России. Че, реально? Я начинаю спросить, да, на улице? Нет, хотя бы дома только был. Мне за право отдельно, и все остальные мастера тоже отдельно пришли. Не судите только... строго. Вот. Ну, смотрите, плюсы, она не текет, а бак до нее нормальный, держать удобно. Есть от 214-го, она подороже, но они одинаковые. Блин! Перо 18 миллиметров, тегает хорошо. Да не трогай, не трогай. Не надо вообще. И кровавый. Короче, маркер топовый, советую покупать. А моб потом, потом будет влог. Мы сделаем обзор на этот на моб, но его вообще не берите. Всем пока.